продолжаем цикл наших передач «Великая Болгарная война». В прошлой передаче мы рассмотрели вопрос о том, кто же торговал с Гитлером накануне Второй мировой войны. А сегодня давайте рассмотрим такой момент, а кто в это время Гитлера вооружал. Потому что здесь это, пожалуй, даже более важно с точки зрения вот этой готовящегося Гитлером войны. Как известно, согласно Версальскому договору 19 года, который подвел итоги Первой мировой войны, на Германию были наложены жесткие военные ограничения. Так, германской армии запрещалось иметь на вооружении тяжелую артиллерию, танки, авиацию, запрещалась постройка и приобретение подводных лодок, и численность вооруженных сил была ограничена 100 тысячами. После прихода Гитлера к власти все эти ограничения были им в одностороннем порядке отброшены, и начался стремительный рост германских вооруженных сил. При этом Англия, Франция и Соединенные Штаты не только не воспротивились этому, хотя имели, в общем-то, все возможности воспрепятствовать такому нарушению Версальского договора, в том числе и военным путем, но мало того, английские и американские фирмы оказывали Третьему рейху самую активную помощь в налаживании военного производства. Так, например, английский концерн Vickers непосредственно причастен к строительству германского подводного флота. Поскольку эта английская фирма обладала патентными правами во всех областях изобретений, связанных с подводными лодками, подводными минами и зарядами, то все эти последние могли быть изготовлены в Германии только с согласия Vickers. Осуществлялись и непосредственные закупки различного вооружения, производство которого еще не было налажено в самой Германии. Например, британская фирма Hatfield поставила морской артиллерии Германии бронебойные снаряды. Создание военно-воздушных сил Третьего рейха также не обошлось без активного англо-американского участия. Так, за первые 10 месяцев 1934 года различные английские фирмы поставили в Германию 96 авиационных моторов. Причем имелись в виду только те моторы, которые были официально зарегистрированы как направляемые в Германию. То есть это данные английской статистики. За первые 5 месяцев 1935 года в Германию было вывезено уже 89 самолетов и моторов на сумму примерно в 200 тысяч фунтов стерлингов. Надо сказать, что реальные объемы английских поставок значительно превышали эти официальные данные. Так, только за первые 8 месяцев 1934 года в Германию были отправлены 200 новейших авиационных моторов Kestrel фирмы Rolls-Royce. А в мае того же 34 года Германия приобрела 80 мощных моторов Armstrong Siddeley последнего образца. Кроме того, Германия также приобретала лицензии на производство авиамоторов для военных самолетов. Например, немецкая моторостроительная фирма Bayerisch Motorenwerk купила у той же фирмы Rolls-Royce лицензию на мотор Kestrel 6 мощностью 600 лошадиных сил. Еще большим вклад в восстановление могущества немецких вооруженных сил был сделан Соединенными Штатами. После прихода Гитлера к власти поставки самолетов и моторов из Соединенных Штатов в Германию возрастали буквально с каждым годом. Например, если до прихода Гитлера к власти в 1931 году из Соединенных Штатов было поставлено этой продукции на $2000, в 1932 году на $6000, то как только Гитлер пришел к власти, в 1933 году эти поставки выросли до $272 000, то есть фактически почти в 50 раз. А только за первые 8 месяцев 1934 года эти поставки из Соединенных Штатов в Германию составили уже $1 445 000. И в дальнейшем эти поставки, то есть поставки американских самолетов и особенно авиамоторов в Германию, продолжали увеличиваться, хотя уже не такими быстрыми темпами. Так, по данным, которые были оглашены в английском парламенте весной 1935 года,
Германия заказала в Соединенных Штатах части для 3000 авиационных моторов, которые должны были устанавливаться на боевых самолетах. Ведущая роль в американских поставках в Германию принадлежала фирме United Aircraft Corporation и ее филиалу Pratt & Whitney Company. Так, в марте 1934 года баварским моторостроительным заводом, ну это известная фирма BMW, были проданы 420 американских моторов Hornet D. Ну, усиленно снабжали Германию всякой авиационной продукцией и другие американские фирмы. Так же, как и в случае с Англией, помимо готовой продукции, германские фирмы приобретали в Соединенных Штатах и лицензии на производство авиамоторов новейших типов. Например, в феврале 1933 года уже упомянутая фирма Pratt & Whitney предоставила BMW лицензию на производство мотора Hornet D. В результате в 1935 году из 28 типов германских военных самолетов, которые в тот момент состояли на вооружении, 11 были оснащены моторами английского и американского производства. Таким образом, развертывание массовой армии Третьего Рейха и ее оснащение современными видами вооружения стало возможным лишь благодаря активнейшей помощи английских и американских фирм. То есть, можно сказать, что фашистский меч ковался не в СССР, как утверждают некоторые недобросовестные историки и публицисты, а в Англии и Соединенных Штатах.